Вітаємо вас у ефірі «Беларусь-3» на «Новини культури» на календарі 28 липня. Сьогодні ми гучимо програму юбілейного арт-пікніка «Африка Самопаті». Поглядимо на руїни старожитного мексиканського храму скрозь тротуар. Розкажемо про варти для прогляду проєкти телеканалу «Беларусь-3». І довідаємося про відмітності постановки «СОС. Ратуйте наші душі», що хутко з'явиться у афіші столичного ТЮЗа. Сьогодні і завтра у Мінську пройде вже 10-й арт-пікнік «Африка Самопаті». Юбілейну дату фест означить повною свободою творчих ідей. Організатори обіцяють тільки саму ліпшу музику. Хедлайнерами святочної вечорини стануть українська співачка Луна і російський інді-гурт Помпея. У дзённый час на фестивальной пляцоўцы разгорнуцца креатыўныя астраўкі. Пленэр, арт-інсталяцыі, фэшн-макет, майстер-класы па стрыт-арце, гульні, фуд-корт, дзіцячая пляцоўка, а таксама інтэрактыўныя зоны для гульняў і забаў. Таксама у рамках адукацыйнай секцыі адбудуцца лекцыі па міжнародным медыарынку, рэкламнаму менеджменту і сямейным бізнесе. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Часам дастаткова ўзгадаць адно важнае слова, каб зразумець, адкуль ты і што патрэбна, каб жыць у гармоніі з сабою, людзьмі і светам. А ці ведаем мы самае галоўнае слова для сябе? У чым для кожнага з нас сканцэнтраваны сэнс жыцця? Напісаць адно важнае слова прапануе фотамастак Марына Бацюкова ў праекце «Рызомы», які праходзіць у сталічным палацы мастацтва. Больш за 40 асоб беларускай культуры, што прадстаўлены на здымках, ўжо зрабілі гэта, вызначыўшы знакавыя і не толькі для сябе паняцці. Если бы такой же вопрос был бы сегодня, я бы не изменил тот вариант. Мое слово – надежда. Я бы и сейчас это слово оставил, потому что оно, с одной стороны, очень такое нейтральное, как бы не сиюминутное, да? А с другой стороны, очень необходимое. Для ботаников рызомы – система коранёв, что прорастая паўсюль и может сплятаться с множеством інших. Так и мы, представники культуры ці інших сфер життя, моцно звязанные небачными нитями у одиный портрет белорусского ландшафта. И у природным, и у громадско-культурным сенсе. Написавши важное для себе слово, мы робимся и полновартостными удельниками проекта, спричиняемся до ховы лясов нашей краины, узгадываем для кожного свой дорогий куток Мінска і ўплятаем уласныя карані ў агульную сістэму нацыянальнай ідэнтычнасці. Сёння і заўтра на аэрадроме Баравая пад Мінскам у межах чэмпіянату свету па верталётным спорце ў чацвёрты раз пройдзе авіяцыйны фестываль «Пра неба 2018». На працягу двух дзён прафесійныя пілоты і парашутысты прадэманструюць сваё майстэрства ў гонках і відовішчных спаборніцтвах. Да таго ж, публіку чакае экскурс у гісторыю беларускай сусветнай авіяцыі на выставе авіятэхнікі пад адкрытым небам. Тут будзе прадстаўлена каля 30 лятальных апаратаў розных эпох, у тым ліку паветраныя шары, аўтажыры, самалёты і верталёты. Таксама на фестывалі будуць спяваць лепшыя кавер-гурты Беларусі, удзельнікі і пераможцы нацыянальнага конкурсу «Кавер Кінг». Традыцыйны гарадскі фестываль «Класіка ў ратушы» ўжо чацвёрты раз праходзіць у Мінску. Кожную суботу ў верхнім горадзе цягам ліпеня і жніўня можна паслухаць шэдэўры класічнай музыкі пад адкрытым небам у выкананні калектываў і артыстаў, добра вядомых як у Беларусі, так і далёка за яе межамі. Сёння на адной сцэне ў канцэртнай праграме «Дзіцячы і недзіцячы канцэрт» сустрэнуцца дарослыя музыканты з канцэртнага аркестра «Няміга» і зусім юныя выканаўцы на духавых інструментах. Пачатак мерапрыемства ў 20:30. Заўтра ў эфір выйдзе юбілейная 300-я праграма «Наперад у мінулае». Гэтым разам аўтары пакажуць фрагменты мясцовых летніх абрадаў купалле, хрэзбіны і выпяканне караваю. Арыгінальную версію старажытнай народнай песні выканае Аксана Вечар, Сергей Сухамлін, Артём Кандрацюк, Юры Вашчук і Александр Сухараў. Далучайцеся да фальклорнага падарожжа праграмы «Наперад у мінулае» заўтра ў 10:00 раніцы на «Беларусь-3». Кожную суботу ў верхнім горадзе ў Мінску ладзіцца праект «Пешаходка». Ад ранку да вечара тут збіраюцца вулічныя музыканты, паэты, танцоры і іншыя творчыя людзі. Усяго ў пешаходным квартале арганізавана некалькі пляцовак.
Побач з ратушею, музичним завулкою, у каретній майстерні виступають музичні колективи. На арт-терасі проходять танцювальні і театральні майстер-класи. І тут же відбуваються поетичні вечори. І так само по суботах у пішохідному кварталі можна поназирати за театралізованими історичними програмами від удільників клубу історичної реконструкції. На камерной сцене Купаловского театра завтра покажут спектакль «Земля Эльзы» по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. У постановцы закранаются питання у взаимоотносин помеж батьками и детьми-эгоистами, які отмовляются родным у праве на счастье. Эта история про то, что николи не поздно начать жить с сучасностью, сподеваться на лепшую будущую, нават коли все вокруг не разумеют и осуждают тебе. Далее познаемся с подеями, что отбываются поза межами нашей краины. У Мехико теперь можно поглядеть на руины одного старожитного храма скрозь тротуар. У него монтировали толстое шкло. У Мехико под тротуаром, где находятся рештки старожитного храма Эйекатль-Кецалькатль, разместился новый музей, присвященный старожитному археологичному помнику. Руины ацтекского храма выявили несколько годов тому под час будовництва гандлевого центра. Поводле оценок науковцев, его узрост превышает 600 годов. При раскопках так само нашли останки 8 человек и керамичные выробы. Этот круглый храм присвященный Эйекатль-Кецалькатлю, богу ветру. И он так само отказывал за дождь. У этих местах дождь и шел редко, тому побудовано шмат храмов, присвеченных этому божеству. Сегодня частку пешеходной дорожки заменили толстым шклом. Идея у тым, каб можно было любоваться храмом у тым месте, где он находится. Скрозь окно у тротуары можно убачить частку старожитной культуры Мехико. Сегодня у Гродня собрались уличные артисты и глядачи из Беларуси и замежа на 7-й бихмини-фестиваль уличного мастерства. На два дни центр города станет пляцовкой для выступления у артистов таких направлений, как пантомимы и живые статуи, музыкантов, аниматоров, фаер-шоу и уличных экспериментальных театров. До речи, акцент сёлетнего фестиваля организаторы ставят на открытие своего уласного творчего «Я». Яны пропонуют удельникам выходить на улицу и просто идти разом с танцовщиками по городе, спевать и гулять разом с музыкантами и на ходу переусобляться разом с актерами. До 70-годия заслуженных артистов Республики Беларусь Анатолия Кашталапова завтра в эфире «Беларусь-3» проект «Майстры и кумиры». Разноплановый характерный танцовщик и музыкант, выканаўца соло у постановках. На протягу многих годов является мастацким керовником Белорусского державного ансамбля народной музыки «Свята». Черговый выпуск «Майстры и кумиры» с уделом Анатолия Кашталапова глядите завтра в 11:25 на «Беларусь-3». Сегодня у межах мероприемства, упрямеркованных до святкования 999-годия Бреста, Центральная городская библиотека имя Пушкина ладить штогодовое свято книги «Бульвар, где читают». Некалькі гадоў таму, напярэдадні тысячагоддзя абласнога цэнтра, паўстала ідэя больш падрабязна пазнаёміць гараджан з гісторыяй горада і краіны. З таго часу кніжны фэст стаў тэматычным. Ён гартае старонкі гісторыі горада, пачынаючы з 40-х гадоў 20-га стагоддзя. Сёлетні бульвар прысвечаны жыццю Брэста і Беларусі 90-х і нулявых. Таксама сёння ў Брэсце да Дня горада пройдзе рэканструкцыя баёў, якія разгортваліся на яго тэрыторыі ў ліпені 1944-га ў рамках Любінскай брэсцкай наступальнай аперацыі па вызваленні краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Публіка ўбачыць эпізод бою за адзін з населеных пунктаў брэсцкага раёна, а таксама жыццё мясцовых жыхароў на акупаваных тэрыторыях і іх узаемадзеянне з войскамі Чырвонай арміі. У этнографічным музеі Магілёва зараз прадстаўлена выстава карцін маладога беларускага мастака Марка Раманюка «Ад плацяжу да мастацтва». Кожная яго работа зроблена з дэнамініраваных купюр Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь. Цікавасць да стварэння карцін з грошай з'явілася ў мастака пасля знаёмства з працамі замежных майстроў. Многія аўтары выкарыстоўваюць для сваіх работ банкноты розных краін свету, аднак асабліва папулярныя ў іх купюры вартасці ў 1 долар, а таксама банкноты СССР. Марк Раманюк выкарыстоўвае свой творчасці пераважна беларускія грошы старога ўзору. Гомельскі абласны драматычны тэатр заўтра запрашае на прэм'еру камедыі «Каханне без тармазоў» паводле п'есы Мікалая Рудкоўскага. Гэтым спектаклем артысты завершаюць 79-й тэатральны сезон. Гледачоў чакае яркая гісторыя з незвычайным любоўным трохкутнікам, вяршыня якога становіцца маладая жанчына з вельмі нечаканымі рашэннямі, паступкамі і высновамі.
Герои спектакля переживают сюжетные перипетии и на сцене, и на киноэкране, где становятся персонажами любимых культовых фильмов. У музея «Лошадская сядзіба» разгорнулась выстава «Куфэрак на войне у бальной зале», присвеченная светской моде и войсковому обмундированию 19-го стагоддзя. На ее представлены реконструкции повседневных, бальных и вечерних костюмов, которые носили жыхары земель Беларуси, а так само войсковые мундиры и мужчинское цивильное одеяние. Дополняют экспозицию аутентичные аксессуары эпохи с приватного сбору. Выстава працует до 9 вересня. Далее звернемся до литературной подеи. Творчесть письменницкого дуэта Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак уже кольки годов добра знакомая белорусам. Авторы пишут книги про подлетков и для подлетков. І зусім хутка ў сталічным ТЮЗе будзе прадстаўлены спектакль «СОС, ратуйце нашы душы» па кнізе творчага дуэта «Смерць мёртвым душам». Пра адметнасці пастаноўкі ў нашай наступнай размове. Евгений, Андрей, здравствуйте. С нетерпением ждём новой премьеры в ТЮЗе. Для Беларуси это первая постановка по вашим произведениям. Удивительно, что отечественные театры раньше не раскусили книги Жвалевского-Пастернака. И не только пьесы, но и книги наши в Минске стали известны гораздо позже, чем в Москве. Просто у нас есть определенная, во-первых, инертность, наша национальная черта, а во-вторых, не пророк о своем отечестве, и гораздо легче поставить стопор, да, чем белорусского драматурга, не только нас. Ну и не говоря о том, что Россия огромная, там ТЮЗов много, а у нас ТЮЗ единственный в стране, поэтому где нас было раскусывать? А сильно ли пьеса и, соответственно, спектакль отличается от книги? И чем вызваны изменения? Отличается сильно. Ну, во-первых, потому что как только заговорили о том, что будет премьера в нашем ТЮЗе, сразу сказали, что спектакль будет на белорусском языке. Вообще действие книги происходит в библиотеке. Просто библиотека небольшая, сельская. Но если спектакль идет на мове, сразу понятно, что это вроде как белорусская библиотека. Если это белорусская библиотека, значит, там обязательно должна быть белорусская классика. И мы долго думали, кого из белорусских классиков ввести. Практически договорились до Богдановича, а потом что-то подумали и решили, что нет, все-таки Колос. И так у нас появился среди классиков Якуб Колос. Один из самых ярких персонажей, которому больше всего хлопали зрители. И появился другой персонаж, которого в книге почти не было. Это второй том «Мертвых душ», собственно, главный антагонист. В книге персонажа нет. Это абстрактный ужас, который черными щупальцами выползает из темноты. А тут это прям человек, он очень обаятельный, очень тихий, интеллигентный злодей. Он говорит шепотом в гробовой тишине зала. Готовьтесь, будьте болюша. Постановщик спектакля – российский режиссер Александр Баркар. В Российском академическом молодежном театре уже идет ваша совместная постановка «Я хочу в школу». А чем заманили его в Минский ТЮЗ? Он просто увидел нашу книгу в магазине, открыл ее, это было как раз «Смерть мертвым душам», полюбил, потом перечитал все наши книжки, но в Рамт он принес другую, более подходящую к постановке «Я хочу в школу». И тем не менее, когда «Я хочу в школу» была готова, он вспомнил про свою первую любовь, а мы уже тут задружились с нашим ТЮЗом, и, в общем, как-то звезды сошлись. Честно, я до сих пор не верю, что это счастье возможно, потому что мне все время казалось, что оно так не бывает. Какое-то совершенно неземное счастье для нас, и мне все время кажется, что вот я сейчас проснусь. Уже много восторженных отзывов со стороны взрослых. А как реагировали дети? Дети были ошарашены. У нас есть несколько отзывов от подростков, и они все говорят одно и то же. Я вообще не думала, что в театре такое возможно. Честно, актеры работают фантастически. Там финальная сцена такая, что хочется орать, кричать, хлопать, топать, и она рассчитана на то, что зал встанет и будет подтанцовывать. Они не танцевали, они ошарашенно сидели и на все это смотрели, а потом подходили, только спрашивали, что так можно? Танцевать можно, подпевать можно, вставать можно, можно, все можно. Спектакль уже назвали событием для ТЮЗа. Как думаете, почему? Наверное, какой-то сдвиг в сторону, во-первых, современной драматургии, во-вторых, хорошее событие для современного театра, что современные подростковые авторы появляются на сцене. Есть еще очень много подростковых авторов, которые, надеюсь, тоже появятся и в нашем ТЮЗе, и в российских, в украинских, в европейских и так далее. Вы говорили, что ваши тексты часто сбываются. Остается пожелать, чтобы все случилось и в этот раз. Спасибо и до встречи на премьере. И покуль это все, что мы поспели вам рассказать. Познавайте больше разом с нами, подтримливайте культуру и заставайтесь на Беларусь 3.